обычно начинаю свое утро со стаканчика воды, рыбьего жира и льняного масла. Сейчас буду Сашеньке отваривать пельмени на обед, готовить завтрак и провожать на работу. Я вам Климушку не снимала, как он просыпается, завтракает. Климушка, скажи всем привет. Привет. Собирается в школу, кушает блинчики, пьет какао. Я вчера делаю им блины. Да, Климушка? Сегодня нам еще к врачу ехать на проверку. У всех троих. Вчера подстригла их. Сейчас будем провожать, готовить завтрак нашему малышу. Да? Mm-hmm. Еще 7 часов нету, Климушка уже встала. Через 27. Да, папа разбудил. Папа разбудил. Ты что, вставай, Климушка, в школу надо. Ох, этот папа сам не спит и другим не дает. Так, ну всем привет-привет. Изабелька у нас сегодня идет вот таких вот джинсовых... Вернее, джинсовом комбинезоне мы уже оделись. Сзади ей заплела косички две. Она идет сейчас в садик, да, Изабель? Ты идешь в садик? Ермачок остался дома, так как у него ухо красное. Кто-то его вчера покусал. У него прям ухо сильно красное. И шишки. Вот. Шишка на лбу. Сегодня поедем к врачу, узнаем. Алло. Накормить Ермачка, так как он остался дома, сварил ему пшенную кашу, это его любимая каша. Он может каждый день ее кушать, вот, так что буду кормить Еремушку. Пришла к Танюшке в гости, она позвала меня на завтрак, смотрите, как красиво. Такая моя золотая. А что сделать для тебя? Время уже почти 10 часов, смотрите, какой туман. Я вот на велосипеде. Вы скажете, ой, какая молодец, занялась спортом. Нет, я не занялась спортом. Я еду сейчас в школу Климушки. Приехала я вон оттуда. Я не знаю, будет ли видно или не видно вон тех домов. Здесь есть дорога, а я была аж вон там, где леса, через лес шла. Дело в том, что я забыла Климушке дать 2 евро 50 центов. Им надо на монеты считать. И вот я еду, думаю, быстро ему отдать. Успею, не успею, но не знаю, решила ехать. Сразу как отвезла Ермачка, вот теперь еду. Так, приехала я домой, получила я почту. Саша заказывал себе вот такой вот чехол на телефон. Но надо было оплатить доставку. Странно, что надо было оплатить доставку, так как там было написано, что доставка бесплатная, но мне предложили назад отослать. Ну, я думаю, уже ладно, не буду, а то он ходит без телефона. Так вот, ладно, телефон ставит, уже будет с собой брать, а то боится поцарапать его. Вот. Я еще заехала в магазин. Быстро покажу, что я купила. Купила две такие вот булочки. Они стоят 25 центов, две такие булочки по 14 центов. Я еще не завтракала, а уже мне через час уже бежать за Ермачком. Далее купила вот такую вот моцареллу по 8,5% жирности. Купила две штуки, каждая стоит по 55 центов. Потом купила шоколад. А, горький себе взяла с орехами, а детям взяла обычный молочный с орешками. Они горькие, не любят шоколад. Те, которые я давно покупала, шоколадки, там оказался везде горький шоколад. Они такое не едят. Дальше. Детям и нам очень понравились вот такие вот корни. Здесь, видите, здесь и орешки, и разные, и пшеница, что тут только нету. Вот. Евро 11 сейчас это стоит. Я еще заехала, докупила. Здесь получается 6 вот таких батончиков находится. Потом это вот чисто с орешками. Здесь всего 4, тоже евро 11. Потом вот эти с шоколадом и с карамелькой. Здесь тоже 4. И это тоже с шоколадом и с карамелькой. Вот. И купила детям
на завтрак манте. Евро 29 сейчас, вообще стоит евро 99. И взяла две упаковочки. Больше ничего не брала, сейчас быстро попью кофе и поеду уже обратно за Ермачком. Ну все, я уже дома, я уже забрала Ермачка, Изабель. Заехала еще в аптеку, взяла там Нурофен. Это от температуры, от 7 килограмм для детей. Потом Проспан, это сухой кашель, это у нас для Климушки, он кашлять начал. И взяла Финистил гель, это от укусов насекомых. У нас почему-то, когда Ермачка, вот я говорила вам, его укусили в ухо, и у него прям ухо такое покраснело, опухло, и вот я взяла такой вот гель. Нам прописали, сказали, что таким гелем мазать. Вот, ну, в общем-то, и все. Сейчас я быстро попью чай и буду заниматься дальше. Успела нашу парковку почистить от листьев. Листья уже облетают, там столько много листьев было. Быстро почистила, деток привела. Сейчас чаек попью. Пока буду пить чай, потренируюсь в теории по вождению, уже тестируюсь. Так как осталось мало времени, скоро экзамен, вот, и потом уже буду всех встречать, кормить ужином,